Освоить скольжение, почувствовать баланс. На санях с двумя близко поставленными лезвиями задача непростая. Но для слэдж-хоккеистов умение преодолевать трудности – залог успеха. Для начала не падать. Либо падать, но самостоятельно вставать. Это тоже у ребят, ввиду их, там, у некоторых там своих особенностей, не всегда получается. Но они борются. И вот это вот умение бороться, там, умение, значит, преодолевать себя – это тоже о многом, как бы, говорит. Умка – это не только персонаж детского мультфильма, но и название одинцовской команды по слэдж-хоккею. В этом году ей исполнилось 6 лет. День рождения отмечают прямо на льду, сражаются за победу в турнире. Приезжают много людей, ребят, они общаются, получают удовольствие от игры, получают удовольствие от мероприятия. Вот, главное – общение. Тимофей Федотов – нападающий, в слэдж-хоккее уже 5 лет. За это время не только набрался опыта, но и придумал свои традиции. Говорит, правильный настрой команды перед игрой очень важен. Она появилась недавно, наверное, год назад. Мы слушаем музыку, я там завожу ребят, там пою песни им тоже. Вот, мы вместе зажигаем там под музыку. Вот, так что. На трибунах ребят поддерживают родители. Для них это не только праздник, но и повод для гордости. Кажется, совсем недавно эти спортсмены только начали тренироваться. Ребенок, в общем, заразился этим, заболел и сказал, что это его. Ну вот мы, родители, делаем, что можем, чтобы наши дети, как бы, занимались спортом. Потому что спорт, он, конечно, дает много для развития. Показать, что у спорта нет границ, главная цель турнира. Поэтому каждая команда-участница уже победитель. Карина Еряшева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».